сюда, мой друзья. Мы идем на Медведь гору. Ходить по маршрутным тропам. Особо охраняемая территория. Нам сюда. Наверное, сюда идем. Пожалуй, по размеру. Ну да, он красный, как и идет. Лили, Лили. Она же там соединится со второй. Мы возле подножья, сейчас будет восхождение. Покажем вам вид сверху скоро. На грудь который? На голову, на грудь. Но это неудобно сейчас будет. Ну да. У меня голова кружится по этому. 30 секунд. Видно это. Это у них путь. И снова продолжаем путь. Идем по меткам. О, как красиво. Назад бегу. Тропинки не сворачивать. Тут камушки. Угу. Ты расстояние, дистанцию держишь, чтобы если что видеть, куда я наступаю? Нету. Поэтому все вижу. Хорошо. Да, я только под ноги смотрю. Вроде должен быть подъем, а у нас спуск. У нас спуск на подъем. Красные метки. Вот привалчик первый. Привет, ребята, встретились там. Настоящий дуб. Дубовая рощица у подножья. Такая беседка клёвая. Пошли. Хоть 10 минут снимаю, сколько-то снимается. Какая? Темная краска. Значит, фиг встретишь. Может, поэтому надо? Поэтому? А, вон как. Что тут? Видишь, круговая дорога. Ага. А вон где? Мы прошли откуда сколько уже? Даже обратно. А, это... Обогнём. А спуск вон с той стороны получается? Защита. Камни. Это. По капоту смотрю вбок.
Горит лампочка? Смотри, как видишь. Наклонишь? Да. Макает. Макает. А воды я не пил, да? А? А где вода? Воду я тоже. Ну ладно, пойдем. Ну, мы уже отдыхать приехали. Да, конечно. О! Пойдем туда. Ты тоже уже дышишь? Да. Следим за тебя. Тропинка вверх, камни. А здесь она чаще это. Более активный, наверное, или нет? Вообще не знаю. Главное снять. Даже. Сейчас стой здесь. Я туда отойду. И тебя заставлю. Пойдешь к нам. Сейчас повернусь. Надеюсь, что все снимается. И уходи туда. Снимает. Я иду в эти. Ну, просто не верю я. Сейчас скоро море будет у нас. Перевалим на эту гору. Всего-то вот. Понятно. О, красная стрелка туда где? Да? А, это обратно. Ну, туда по скалу. Аккуратно. Камушком по камушкам по. Ну что, детей же толпом сюда гоняют? Thank you.
Вот привал был. По пути. Хорошо смысл. Уже больше. Горят. Или не дают идти. Ну, как медведи накидались, они смыли. Вчера туда. 4 бургера уже. Здесь уже лес, лесистое место пошло. Подумал, пенек стоит, думал, что за выдра такая. Вон, впереди. А это выдра. Ну что, Андрюха Фомичев же 100 километров пробежал. Мы уж полтора как-нибудь пройдем. Группа идет опять навстречу. Не знаю. Пока идут обратно. Осторожность, бураки. Бураки. Пропустим сейчас. Вот сюда выйдем. Здрасте, проходите. Ну, минут 40, наверное, да, 30. Ну, мы медленно идем. А вы подем... Только туда наверх. Ой, еще час только наверх. Ну там очень... Потом вниз. Хорошо, да? Сначала поравнение, потом потихоньку вниз. Но такого уже не будет. Там спуск человеческий. Вы с этой же стороны поднимаешься или с другой? Вы с другой поднимаешься, если спускаешься. А вы с Парцениса, да? Ну, из территории. Пожалуйста, и вам. Прикольно все снимается. Сейчас на подъем. Ну, гора высокая. У нас весь день впереди. А назад прям. Здесь площадка. Yeah.
Ну туда. Давай, давай. Ты сможешь, Любовский. Вот тут. Просто у меня, может быть, у меня вот эта спартанская что-то проснулась, мне сейчас охот рвать. Я вижу край. Край, начало края. Сегодня, кстати, в дымке. Окей. Вот здесь даже я ручками взялся. И ветка здесь острая. Ага. Давай запрыгай. Что мы немножко не туда пошли. О, вон там мне туда смотреть. Вон туда. Mm-hmm. Давай туда. Так, проходи. Вот здесь не оборудовано ничего. Нет, я могу ошибаться, конечно. Вон тропинку вижу. Нет, как подели, смотри. Если там тропинка есть, значит вот туда. А, вот она. Тропинка. Нет, дальше увидим. Сейчас стрелочка должна на канале быть. Я могу его размыть.
Интересно, да, эффект все время вверх идти? Ощущения другие, да? Чем просто идти. Вот откуда фотки нам делать. Сзади чуть. То есть кричи. Замри. Я так вот не скажу. Табличек нету. В край нельзя подходить. А здесь это вот к выступу тоже есть. Да, там обрыва нет. Во, смотри, какой вид. Давай камеру. Идем по дубовой роще. Первый раз иду по дубовой роще. Красота неописуемая. Напомню, мы находимся уже почти на самой вершине Кают-горы. Медвежьей горы. Мы на хребте у медведей. Туристическая тропа выйдет нас прямо кверху. На смотровую площадку. На самой вершине. Еще чуть-чуть осталось. Экшн-камера зарасходовала все батарейки. Не все. Все? Еще одна. На самой фишке запишем позже. Здесь прошла не одна сотня пионерских тусовок явно. Дерево, смотри. Такое дерево. Да. Матовое покрытие такое.
А оттуда сколько? Мы уже когда в 3-4 час идем. Я прямо не выскочу, а я руки поставлю. Давай аккуратнее. Ты говорю, аккуратнее надо. Круто пошло. Круто. Я жопу даже не задел. Да? Ты как? Красный чулок. Жопу проверю сегодня. Сейчас пить ворот, ну и все. Дожду-ка там.
Паркур! Эй, что это? Кадр не очень получил. Это собака, наверное. Зарядил порог, дай опять еще раз. Камеру давай. Вон, только другой ладушка. Да. Вот, как видишь, что советский недострой. А, видишь, раз... заброшки. О, советский забор. Он в советские времена. Как он наизу пошел, так все и закроется. Которому не суждено было стать санаторием.